Здравствуйте, дорогие телезрители. Сейчас вот готовлю курицу и могу заказать один рецепт. То есть вот вчера я готовила рулетики, но я неправильно сделала, что лук добавила в начале, и поэтому он подгорел, и мы даже с мужем из-за этого поругались, так как он сначала хотел их выкинуть на помойку. Но я с этим, конечно же, не согласилась, и потом вымыла сковородку и доготовила, так как сковородка была с пригаром, так сказать. Ну, сейчас вот у нас тут селянка еще осталась, надо ее куда-нибудь убрать. Крышки я неправильно сделала, скажу честно. Вот, ее убираем в холодильник. У нас завтра свекор приезжает, и мне надо навести чистоту. Приедет он утром. Поэтому я так-то долго не сплю, учитывая, что и дети в садик не ходят из-за наших, так сказать, обстоятельств с мужем. Но я думаю, в ближайшее время, возможно, у меня сын будет ходить в детский сад. Приоткрываю крышку, чтобы не подгорело. Разбираем здесь. Здесь у нас вкусный компот свежий получился, потому что он сегодняшний. Соус армянский. Дочь прибежала. Ну, в общем, вот так вот я нахожусь на кухне и уберусь в ближайшее время, так сказать, наведу порядок. Всем пока-пока, хороших будней!